маршрута поселка Шавангир, который обмоел, протекает. Называется она Тайга. Именно там, как говорят наши биографы, и начинается зона Тайги. Поставив врагам ворох сброшенных шкур, на чужом языке слово скажет варган, словно старец уйгур. Рвет просторы хамус, сброшен с шеи хомут, вязнет в хлябе нога. Я мотаю на ус, чтоб во лжи не тонуть, чему учит тайга. Хвойный до неба храм с куполом рыжих звезд, пляшущих в синеве, прячет вяза гора комья крачиных гнезд в узловатой руке. Мне мой волчий разбой не укрыть темнотой, всюду глаза горят, будто кто-то живой под опавшей листвой дышит сыра земля. Соколиный взмах не оборвет стрела, но проводит во след. И, сверкнув у виска, цель продолжит искать, продырявив просвет. В узел свяжу тугой все, что возьму с собой, все, что изведал сам. Реку под радугой до зари золота, певчие голоса, горный хрусталь ручья, плети оленьих троп, пеструю пряжу трав, птичью свою печаль в песне спетой утром, хлеб соленый у рта. Так и буду шагать по квадратам холста, черно-бурым холмам, и в дороге уста не устанут шептать Минсенея ротам. Так и буду шагать по квадратам холста, к черно-бурым холмам, и в дороге уста не устанут шептать. Там в переводе с татарского значит «я тебя люблю». Браво! Спасибо! Браво! Татарская тема «Охота на свете». Прекрасный. Это была группа «Возвращение», ее лидер Сергей Канунников.
А у нас готовится к выступлению Андрей Котов. Гость площадки «Остров». Андрей Котов, искусствовед, руководитель хора духовной музыки «Сирин».